Друзья, иногда так хочется настоящего первобытного шашлыка, так, чтобы без маринадов и прочих нежностей. Ставь палец вверх, если тоже любишь такой шашлык. Ну, раз рецепт быстрый, начнем с мариновки лука. Сразу добавлю соль и перец. И щепотку сахара. Как следует помну, чтобы он уже сразу начал отдавать сок. И тем самым помог растворению соли и сахара. Ну и обязательно немного яблочного уксуса. Чуть-чуть кинзы. Маринованный лук практически готов. Теперь, пока он настоится, мы успеем приготовить шашлык. Друзья, для сегодняшнего рецепта я возьму роскошный кусок свиной шейки и соленое сало. Для всех, кто не кушает такое мясо, можно спокойно взять говядину или баранину. Ну, естественно, сало меняем на курдюк. Немного соли, черный перец и красная паприка. Ее можно заменить копченой. Теперь займемся мясом. Чтобы шашлык получился сочный и быстро приготовился, куски надо делать небольшие, примерно такого размера. С мясом разобрались, теперь сало. Ну или курдюк. Это уже кто что любит, как говорится. Тут у меня, ребят, сало соленое. Не возбраняется взять и обычное сырое сало. Даже можно копченое, если оно у вас есть, будет только вкуснее. Ну и естественно, размеры кусочков сала должны соответствовать размерам мяса, чтобы все смотрелось у нас красиво. Дровишки уже перегорели, так что надо немножко добавить темп. Все, мясо с салом на шампурах, друзья. Осталось смешать основные специи. Ими я обработаю мясо уже, когда оно будет практически готово. Здесь у меня 1,5 чайных ложки соли, чайная ложка черного перца и 2 чайных ложки паприки. Теперь все надо тщательно смешать путем вращения пальцев в левую сторону. Можно приступать. Настоящий мужской одеколон, друзья. Именно так должен пахнуть мужчина. Шашлык уже практически готов. Самое время придать ему вкус. То есть пришло время специй. Ах, какой аромат приятный. Теперь переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Готово, братцы. Теперь на пару минут закрою мясо лавашом. Пусть оно как следует пропарится и начнем дегустировать. Ну, все сочно. Ну, прожарка идеальная. Все сочно. Пробуем. Как же сальцо-то не попробовать? Тут вообще нечего добавить. Очень мне нравится этот первобытный шашлык, друзья. Шашлык получился такой же брутальный, как и предстоящий мужской праздник. С наступающим всех, мужики! Здоровья нам и нашим семьям!